встать в хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой уже добрая классика. В прямом смысле погрузиться в сказку обещают профессиональные актеры студии «Чуди Kids». Ведь главной темой в этом году стал подводный мир. Опять вышли на нашу поляну. Ну вот, говорила я тебе, Урсула нас запутает. Дети смогут оказаться в роли добрых волшебников. Они помогут главным героям «Русалочки» и крабу Себастьяну, преодолев все опасности, отыскать на дне морском символ Нового года – царскую елку. И какой праздник без мыльных пузырей? Восторг испытают не только дети, но и взрослые. В декабре у нас еще пройдут два дня спектакля, это 28 и 29 декабря, и в январе со 2 по 4, то есть для всех жителей города Барнаула и Алтайского края. Студия ждет всех желающих в гости. Актеры обещают надолго подарить новогоднее настроение. Анастасия Бертенева, Николай Шелко. Наши новости.